Всем привет! Вы на канале «Всего понемногу из Германии». А хочу похвалиться, вот никогда не хвалилась. А каналу сегодня 3 года. Кто хочет поздравить, пожалуйста, короткий комментарий, пару сердец, ну и лайк, конечно. Безумно благодарна Ютубу за подарок, который я получила. У меня почти 30 тысяч подписчиков, но дело-то не в подписчиках. Я боялась всегда, думаю, боже, если будет много подписчиков, это не знаю, что начнется в комментариях. Ну, я же читаю у других блогеров, что происходит. Нет, вы представляете, почти 30 тысяч, а на канале тишина, покой, уют. Вот вы знаете, как будто вот открываешь комментарии, как будто ты домой пришел, как будто сел у камина и начал читать новости. Люблю, вот обожаю всех своих подписчиков. И что хочу сказать? Ну вот 3 года, я не знаю, как вы думаете, это много или мало? Я считаю, что это такой достаточный срок, но тоже как рассмотреть. Это же работа, ну и вы не представляете, сколько эта работа приносит удовольствие. Надо еще поискать такую работу, которая бы столько душевной теплоты приносила. Обожаю, обожаю своих зрителей, гостей, зашедших на канал. Кому понравится, подписывайтесь, поздравляйте сегодня меня с праздником, с двойным. Конечно же, буду очень рада. И смотрите видео, что на канале, что было за 3 года. Знакомство с Алексеем Крыловым, Киев. Знакомство с одесским Липованом, Одесса. Лида с Привоза, Одесса. Светлана Базаренко, Одесса. Батуми далека. Батуми канал Олег Велишко. Вы представляете, это все, ребята, за 3 года. Бородатая Германия. Германия. Добрый дядька из Германии. Владимир Немец. Это уже местные блогеры. Так что, если кого-то вдруг нечаянно забыла, ну, знаете, я еще тоже, как я говорю, я юный блогер пенсионного возраста. Всему учусь. Не всегда получается, но самое главное, что я всегда признаю свои ошибки. Не задираю нос, но и не опускаю. Ну, это, знаете, не в моем характере. Я девочка с Казахстана. Я сильная и смелая. Иду своим уверенным шагом по жизни. Никого не трогаю, но в обиду себя не даю. Всем здоровья, мира и добра. Девчонок, и еще раз, сегодня с праздником. Не забудьте кинуть подарок, это лайк и короткий комментарий. Все блогеры, попрошайки. Люблю вас по-человечьи. Всем пока-пока.